Гороскоп на 5 января 2024 года. Для всех знаков зодиака. А перед началом, чтобы не пропустить наш новый гороскоп, прошу вас, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Приятного просмотра. В пятницу у Овнов день хоть и непростой, но интересный. Может показаться, что окружающие проверяют вас на прочность, испытывают ваше терпение. Не исключены ссоры даже с самыми близкими людьми. Взаимные обиды надолго испортят отношения. Несмотря на возникающие трудности, у вас есть шанс добиться успехов. Лучше всего заниматься делами, требующими фантазии, творческого подхода. Вам нравится искать нестандартные решения, экспериментировать. Возможны неожиданные подарки, приятные знаки внимания от людей, которые вам давно симпатичны. Любовный гороскоп на сегодня для Овнов. В этот день Овнов будет грызть тревога за домочадцев. Вы почувствуете, что в вашем доме что-то не так, но при этом поставить вас в известность о случившемся никто и не подумает. Не пытайтесь вытянуть кого-то из семьи на откровенный разговор. Все ответы на ваши вопросы будут ложью. Не грызите себя напрасно и утешьтесь тем, что рано или поздно вы узнаете правду. Гороскоп «Жизнь» знак зодиака Овен. Овен сегодня будет летать на крыльях любви. Недавно вы встретили человека, без которого теперь жизни своей не представляете. Гороскоп советует быть разумнее и не жертвовать всем даже ради большой и светлой любви. Вечером Овен получит ответственное задание от начальника, а также срочно отправится в длительную командировку. Гороскоп «Дом» на сегодня. К негативным сторонам этого дня можно отнести некоторую напряженность в отношении с партнерами по старым делам. Это будет несколько омрачать благоприятную в целом картину месяца. Последний день сентября. Время, когда вы сможете осмыслить и достижения, и проблемы предыдущего периода, навести порядок в делах и подготовиться к негативному циклу, который начнется у многих Овнов. Личный гороскоп. Напряженный день. Для мужчин Овнов физические перегрузки или нервное напряжение могут стать причиной стрессов и заболеваний. Новое знакомство не окажется длительным для женщин Овнов. Звезды предостерегают их от излишней увлеченности и радужных надежд. В пятницу тельцам приходится слишком часто иметь дело с людьми, которые вам не по душе, и это очень огорчает. Вы стараетесь избежать ссор, ведете себя дружелюбно и корректно, но сохранить видимость хороших отношений удается с большим трудом. Только самые близкие поддерживают вас во всем. Рассчитывать стоит только на свои силы. Прежде чем браться за новые дела, подумайте, сможете ли вы в одиночку довести их до конца. Возможны неожиданные расходы. Крупные покупки, сделанные в этот день, едва ли будут удачными, а вот мелкие приобретения не разочаруют. Любовный гороскоп на сегодня для тельцов. Тельцам сегодня следует воздержаться от всех манипуляций с банковской картой, так как велика вероятность ошибочного списания крупной суммы. Да и вообще, небесное светило советует вам быть в этот день как можно аккуратнее в отношениях с финансами. Гороскоп «Жизнь» знак зодиака Телец. Сегодня тельцу предстоит больше занимать чужими делами, чем своими. Не отчаивайтесь, ведь вам тоже вскоре понадобится помощь со стороны коллег. Денежная ситуация наладится только в том случае, если вы сами грамотно подойдете к финансовым операциям. Вечером телец приобретет недорогую и полезную вещь для дома. Гороскоп «Дом» на сегодня. Возможны размолвки, ссоры, даже крупные скандалы. Не стоит сразу же пересматривать длительные отношения и принимать решение расстаться. Скоро вы поймете, что для этого нет серьезных причин. Личный гороскоп. Напряженный день. Осуществлению ваших желаний будут препятствовать досадные мелочи и недоразумения. Это сильно ухудшит настроение. Ваши чувства будут обострены и подвержены частым колебаниям, от благодушия и уступчивости до упрямства и раздражительности. Сегодня не исключено выяснение отношений. Скажется усталость и перенапряжение. Будьте предельно внимательны и осторожны с родственниками и близкими друзьями, дабы не задеть их самолюбие, не вызвать их ревности или зависти. В пятницу для близнецов день будет удачным. Вы решите давние проблемы, найдете ответы на вопросы, над которыми долго размышляли. Пригодятся знания и опыт, полученные раньше. Будет возможность помочь окружающим делами или советами.
стоит напомнить о себе старым знакомым. Не исключено, что они поделятся с вами хорошими новостями или сделают интересные предложения. Вторая половина дня подходит для любых встреч. Если в это время вы отправляетесь на романтическое свидание, оно подарит много незабываемых моментов. Любовный гороскоп на сегодня для близнецов. Близнецы в этот день вряд ли будут способны совершить трудовой подвиг. Соблазн податься лени и побаловать себя ничего не деланием будет слишком велик. Разрешите себе денек побездельничать, чтобы восстановить утраченные силы и энергию. Вечерние часы можно провести на спортплощадке или на беговой дорожке. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Близнецы. Гороскоп обещает близнецам превосходный день, когда все задуманное без усилий претворится в жизнь. Главное, не торопите события и не навязывайте всем свое мнение. В денежном плане возможны потери, но они незначительные. Трезвая оценка ситуации в личной жизни поможет близнецам иначе взглянуть на избранника. Гороскоп «Дом» на сегодня. Сильные потрясения следует ожидать в любовных отношениях. Нерешенные бытовые проблемы могут привести к кризису в отношениях и расставанию влюбленных. В самых трудных ситуациях смело можете рассчитывать на помощь друзей и близких. Личный гороскоп. Если сегодня вы решили отправиться в путешествие, остановитесь и, если это возможно, воздержитесь от него. Сегодня звезды не благоприятствуют поездкам, особенно автомобильным и авиационным, поскольку возможны всякого рода катастрофы. Эти поездки опасны для других знаков, путешествующих вместе с близнецами. В пятницу у Рака даже простые дела отнимают больше времени, чем обычно. К тому же вам часто приходится исправлять чужие ошибки, действовать в одиночку там, где помощь не помешала бы. Но жаловаться на трудности вы едва ли станете, ведь именно они помогают научиться новому и по-иному взглянуть на привычные вещи. Не всегда легко найти общий язык с окружающими. Люди, даже самые близкие, часто понимают вас неправильно. Однако к серьезным ссорам это не приводит. Возникают лишь мелкие разногласия, которым быстро удается положить конец. Любовный гороскоп на сегодня для раков. Если у раков на сегодняшний день не запланировано никаких важных и неотложных дел, то они имеют полное право взять на работе отгул и спать дальше. Благодаря отличному отдыху вы сможете заразиться позитивными эмоциями на неделю вперед. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Рак. Если Рак сам сократит до минимума удары судьбы, то окажется в победителях. Берегите силы и энергию для важных дел, а мелкие задачи оставьте на следующий день. Поведение Рака сегодня должно быть сдержанным, иначе вы сами создадите конфликтную ситуацию. Не ревнуйте любимого человека, а стройте отношения на доверии. Гороскоп «Дом» на сегодня. Последние дни сентября станут успешными для предпринимателей, работающих в сфере торговли. Работы много, она плодотворная и хорошо оплачиваемая. Участие в новых проектах даст шанс применить на практике знания, которые до этого не были востребованы. Но доходы все же не смогут покрыть расходы. Следите за состоянием семейного бюджета. Возможно, близким людям стоит умерить свои аппетиты. Личный гороскоп. Главное сегодня – сохранить душевное равновесие и оградить внутренний мир от возможных неприятных неожиданностей и искушений. Эта неделя обещает равновесие чувств, творческий подход к делам и эмоциональный взлет. В пятницу львы вы витаете в облаках, вместо того, чтобы правильно оценить сложившуюся ситуацию, поэтому часто принимаете неправильные решения или упускаете возможность добиться успеха. Прислушивайтесь к советам людей, которых уважаете за реальные достижения, чьи опыт и знания проверены временем. Не стоит сидеть без дела, лучше заняться чем-то интересным. Это позволит избавиться от мрачных мыслей, неприятных воспоминаний, которые то и дело одолевают вас. Не делитесь своими секретами с новыми знакомыми. Такая откровенность может вам навредить. Любовный гороскоп на сегодня для львов. В этот день львы способны по-настоящему покорить широкую публику своим творчеством. Неважно, будете ли вы петь или читать стихи со сцены, или представите на всеобщее обозрение свои картины, ваш талант не сможет оставить равнодушным никого из посетителей. Зарядиться позитивными эмоциями львы смогут не только на своей выставке, но и при посещении посторонних культурных мероприятий. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Лев.
Лев в этот день разочаруется во многих людях, поэтому решит взять все в свои руки. Работы будет много, поэтому не пытайтесь переложить ее на чужие плечи. Гороскоп рекомендует заниматься оздоровлением организма, иначе осенью Лев будет постоянно болеть простудой. Вечер посвятите детям, любимому хобби и общению с пожилыми родственниками. Гороскоп «Дом» на сегодня. Сегодня чувства и разум Львов едины. Многие решатся переезжать на новое место жительства, начинать собственное дело. Вам следует направить эту мощь на достижение намеченного в учебе, бизнесе, знакомствах, поездках. Поэтому постарайтесь завершить все, что откладывали на потом. Личный гороскоп. Напряженный день. Постарайтесь отстраниться от внешней суеты и житейских мелочей. Это позволит многое непредвзято оценить и обдумать свое положение, найти способы изменить ситуацию в вашу пользу. Следите за своим здоровьем. Физические перегрузки или нервное напряжение могут стать причиной стрессов и заболеваний. В пятницу Дев ожидают победы на профессиональном поприще. Победы тем более значительные, что одержаны они будут самостоятельно, без помощи и поддержки коллег и высокопоставленных покровителей. В этот день у вас появится возможность воплотить в жизнь свои смелые идеи, реализовать замыслы, позволяющие получить значительную прибыль. Неудивительно, что все ваше внимание сосредоточено на работе, а это значит, что найти время для общения с родственниками. Любовный гороскоп на сегодня для Дев. Девам сегодня не стоит ждать каких-то чудес. Ваша жизнь нынче будет протекать легко, безмятежно и спокойно. Ваши творческие способности смогут раскрыться по максимуму, а богатая фантазия с легкостью унесет вас в мир грез. Чтобы не утонуть навеки в своих мечтах, иногда все же выныривайте на берег реальной жизни. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Дева. Сегодня Дева установит слишком высокую планку, поэтому вряд ли преуспеет в профессиональных делах. Поиски новой квартиры и подписание документов лучше отменить. Вашей целью должна стать финансовая сторона жизни, которая значительно пошатнулась. Вечером Деве вернут давние долги, но деньги следует отложить на нужды семьи. Гороскоп «Дом» на сегодня. Неблагоприятный период. Многие девы проявят свои худшие качества, будут воспринимать происходящее с самодовольной нетерпимостью и фанатизмом. Постарайтесь переломить тенденции этого дня и проявлять в любой ситуации истинную мудрость. От этого будет зависеть ваше благополучие в следующем месяце. Личный гороскоп. Напряженный день. Сегодня совершенно не исключено выяснение отношений. Скажется усталость и перенапряжение в течение недели. Будьте предельно внимательны и осторожны с родственниками и близкими друзьями, дабы не задеть их самолюбие, не вызвать их ревности или зависти. Усилится потребность в общении с природой. В результате вы получите большой энергетический запас и обновление чувств. В пятницу у весов день будет достаточно приятным. Друзья порадуют хорошими новостями, близкие могут предложить что-то интересное. Незапланированные поездки оказываются увлекательными, поднимают настроение. Самые общительные представители знака смогут завязать новые знакомства. Чтобы справиться с делами, даже привычными, приходится приложить больше усилий, чем обычно. Вам трудно сосредоточиться, из-за невнимательности вы допускаете ошибки. Нежелательно принимать решения, связанные с деньгами, делать крупные покупки. Любовный гороскоп на сегодня для весов. Весам сегодня лучше воздержаться от принятия судьбоносного решения, которое касается учебы или карьеры. В этот день ваш эмоциональный фон отличается крайней нестабильностью, благодаря чему вы будете метаться от одного решения к другому. Не спешите обращаться за советами к друзьям или к начальству. Лучше дождитесь более благоприятного расположения небесных светил и примите решение самостоятельно. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Весы. Гороскоп предсказывает Весам трудный в эмоциональном плане день. Вам придется выполнять работу за коллегу, который заболел. Романтическое знакомство ожидается в самом непредсказуемом месте, поэтому не удивляйтесь подаркам судьбы. Хороший день для весов, которые занимаются наукой, техническими вопросами и компьютеризацией. Гороскоп «Дом» на сегодня. Сегодня большое значение имеют приобретение семейного масштаба и мелкие подарки, которые вы будете получать и дарить.
Это сделает жизнь приятной и комфортной. Выгодные операции с недвижимостью и прочими ценностями, особенно для тех, кто занимается этим профессионально. Деньги, причем большие, идут в руки. Однако и потратить вы рискуете немало. Личный гороскоп. Сегодня также возможны ошибки, просчеты, недоразумения, всевозможные конфликты в общении с окружающими, несогласия по любому поводу. Однако до серьезных ссор дойти не должно. Не огорчайтесь, если день покажется вам нелегким. Берегите силы. В пятницу у Скорпиона отличный день. Вы производите неизгладимое впечатление на всех, с кем имеете дело, многим нравитесь. Не будет недостатка в комплиментах и знаках внимания, вам это очень понравится. Можно отправляться в поездки, они сложатся хорошо, подарят массу позитивных эмоций. Доверяйте своей интуиции, она подскажет, как преодолеть преграды, достичь давно поставленных целей. Не исключены успехи в учебе. Этот день отлично подходит для того, чтобы готовиться к экзаменам, тестированиям. Собеседованием вы внимательны, быстро запоминаете все, что может пригодиться. Любовный гороскоп на сегодня для скорпионов. Если скорпионы в этот день смогут довериться своей интуиции, то она вознаградит их новыми сведениями или судьбоносной встречей. В том случае, если вы грезите наукой и путешествиями, сегодня вам может поступить довольно интересное предложение по поводу работы. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Скорпион. Скорпиону не стоит силой ускорять ход событий, иначе вы окунетесь в разочарование и тупиковые ситуации. Если отправитесь в дорогу, не забудьте предупредить близких людей о поездке. Денежные траты, возможно, с детьми, которые учатся в другом городе. Скорпиону необходимо беречь нервную систему, желудок и позвоночник. Гороскоп «Дом» на сегодня. Энергетически мощный день. Влияние Скорпиона на другие знаки будет очень велико. Он проникает в души других с одного взгляда. Избавьтесь от своих негативных качеств, недоверчивости, непроницаемости и недоступности. И тогда ваше влияние на окружающих будет еще сильнее. Личный гороскоп. Противоречивый, двойственный день. Внешнее проявление событий будет казаться успешным, но вы будете ощущать внутреннее напряжение, недовольство собой и окружающими вас людьми. Тяжелые предчувствия и предвидение неприятностей не дадут вам покоя. Вам следует прислушаться к внутреннему голосу и быть готовым к самому худшему. В пятницу у Стрельца утро будет непростым. В это время многое идет не так, как вы ожидали, а повлиять на развитие событий не удается. Но можно запастись терпением и дождаться благоприятного момента. Поверьте, он наступит скоро. Во второй половине дня удастся сделать много полезного и для себя, и для близких. Вы быстро справляетесь с простыми и понятными задачами. Там, где нужен творческий подход, вам требуется больше времени, так что не позволяйте окружающим торопить вас. Будет возможность урегулировать юридические разногласия, решить финансовые вопросы. Любовный гороскоп на сегодня для Стрельцов. Романтическое и слегка рассеянное настроение вряд ли поспособствует продуктивному рабочему дню Стрельца. Впрочем, сегодня вам и не стоит особенно перенапрягаться. С утра завершите все свои текущие дела и отдайте все остальное время беззаботному отдыху на природе или в родном уютном гнездышке. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Стрелец. Стрелец будет постоянно жаловаться на судьбу, что совсем на него не похоже. Участие в мероприятиях общественного характера решите отменить из-за скверного настроения и нехватки денег. Гороскоп предсказывает Стрельцу неожиданную встречу с человеком, с которым раньше вас связывали романтические отношения. Оказывается, ваши чувства друг к другу остались такими же. Гороскоп «Дом» на сегодня. Наступает прекрасное время для перехода на новую работу, для поиска новых источников дохода, а также для воплощения коллективных действий и замыслов. Энтузиазм виден в ваших глазах. Он чувствуется, когда вы ходите, здороваетесь. Это мощная волна энергии, которую вы должны использовать для воплощения ваших идей в жизнь. Личный гороскоп. Напряженный день. Неожиданное известие или размолвка с близким человеком может смешать все планы. Спокойствие и бескомпромиссность помогут исправить допущенные ошибки и добиться намеченных целей. В пятницу Козероги вы беспокойны и нетерпеливы,
стремитесь как можно скорее добиться своего и пропускаете мимо ушей хорошие советы. День будет складываться непросто, пока вы не измените свое поведение, не проанализируете ситуацию и не составите план действий. Не идите на поводу у эмоций. Здравомыслие и предусмотрительность сейчас очень полезны во всех сферах жизни. Стоит быть осторожнее с деньгами. Вероятно, напрасные расходы, потери и даже кражи. Если вы отправляетесь в поездку, убедитесь, что взяли все необходимые документы, иначе могут возникнуть неприятности. Любовный гороскоп на сегодня для козерогов. Козероги сегодня будут испытывать настоящее наслаждение от каждой прожитой минуты. Если вы блистаете творческими талантами, то очевидно, что сегодня ваш день. Вы сможете смело выйти на сцену и покорить публику. Звезды предостерегают вас о том, чтобы вы не разыгрывали спектакль перед любимым человеком. Он не терпит лжи, и ваша невинная шутка может кончиться разрывом. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Козерог. Сегодня в жизни Козерога ожидаются большие перемены. По крайней мере, личная жизнь точно преобразится. Финансовое положение не на грани банкротства, но держать его под контролем необходимо. Благодаря поддержке друзей, Козерог сможет найти дополнительный заработок, а также наметить планы на будущее. Гороскоп «Дом» на сегодня. Этот день определяет успех на любом избранном поприще. Вероятны премии, награды, успехи в финансовых операциях. Козероги проявят способности организатора. Вам необходимо позаботиться о своем благополучии на старости лет и откладывать деньги в пенсионный фонд. Личный гороскоп – напряженный день. Будьте предельно внимательны и осторожны в общении с родственниками и близкими друзьями. Вероятен конфликт. Умение прощать обиды и эмоциональная гибкость сохранит энергию для новых свершений. В пятницу для Водолея ситуация складывается непростая, но открывающая широкие возможности. Помыслы ваши сосредоточены на работе и учебе, и немало времени вы проведете в размышлениях о том, как наилучшим образом воспользоваться стечением обстоятельств. Однако нельзя забывать об обещаниях, данных родственниками, своих обязательствах перед членами семьи. В противном случае вы рискуете спровоцировать конфликтную и неприятную для всех ситуацию. Любимый человек проявит по отношению к вам особое внимание. Порой забота может показаться чрезмерной и неуместной. Любовный гороскоп на сегодня для водолеев. Предприимчивость и энергичность водолеев сегодня поможет ему преодолеть множество преград на пути к желанной цели. Удача ожидает вас при финансовых операциях, а также в деловых разговорах, где, благодаря своему красноречию, вы сможете убедить партнера принять ваши условия. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Водолей. Гороскоп советует Водолею задуматься об отпуске, а также обзвонить туристические агентства. Если есть горящие путевки, то приобретайте без раздумий. Денежная ситуация у вас отличная, а семья будет только счастлива отправиться в путешествие по другой стране. Вечером у Водолея может обостриться хроническое заболевание. Гороскоп «Дом» на сегодня. Не исключено, что результаты вашей деятельности получат объективную оценку. У многих появится реальная возможность высказать собственную оригинальную точку зрения. Если вы сможете убедить нужных людей в целесообразности ваших идей, правильно распределить роли и объединить общие усилия, то благодаря этому вы достигнете серьезных результатов в работе. Личный гороскоп. Этот день может показаться вам нелегким. Не концентрируйтесь на своих проблемах. Обратите внимание на окружающих вас людей. Вероятно, увлекшись своими идеями и стремлением к материальному благополучию, вы сейчас упускаете возможность упрочить отношения с ними. Постарайтесь найти компромисс, и все уладится. Сегодня не исключены небольшие проблемы со здоровьем. В пятницу рыбы лучше не планировать важных дел и ответственных встреч. Гораздо лучше он подходит для отдыха и развлечений, а также поездок в приятной компании. Смена обстановки идет вам на пользу и вдохновляет. Знакомства, завязавшиеся в пути, могут положить начало романтическим отношениям. Нежелательно делать покупки, есть опасность потратить деньги напрасно. Вы невнимательны, поэтому можете что-то забыть или потерять, упустить из виду. Когда дело касается чего-то серьезного, полагаться можно только на самых близких людей. Любовный гороскоп на сегодня для рыб. Рыбам, которые тщетно пытаются понять мотивы и логику некоторых людей, звезды рекомендуют обратиться к интуиции,
которая поможет разгадать эту загадку. Сегодня вы ощутите в себе неожиданный интерес к новостям, общественной жизни, сплетням и слухам. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Рыбы. Рыбам не стоит строить планы и нагнетать обстановку в семье. Если вы организуете массовое мероприятие, то это пойдет на пользу вашей репутации в обществе. В любви повезет намного больше, чем в коммерческих делах. Рыбы сегодня узнают приятную новость, касающуюся прибавления в семье. Нацельтесь на приумножение капитала, но в союзники возьмите надежных людей. Гороскоп «Дом» на сегодня. Вам могут предложить новую должность, которая вас заинтересует. Новые обязанности и ответственность за свое или совместное дело сделают вашу жизнь богатой, разнообразной и интересной. Водоворот событий и новых дел захлестнет вас с головой. Поверьте в собственные силы, и принятое решение коренным образом изменит вашу жизнь к лучшему. Личный гороскоп. Сегодня вас подстерегают неудачи в личной жизни. Не нужно чрезмерно концентрироваться на интимных проблемах. День желательно посвятить странствиям, поездкам, загородным прогулкам. Не забывайте о тех, кто в вас нуждается. Благоприятно искать потерянные вещи, восстанавливать забытые связи. Отношения в семье у многих рыб приобретут новую форму. Активный отдых и водные процедуры помогут снять напряжение после трудовой недели. Спасибо огромное, что остаетесь с нами. Отличного вам дня и до новых встреч!